период пандемии, когда самые юные жители округа большую часть времени проводят в четырех стенах, особенно сложно всегда оставаться в хорошем настроении. Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин решил немного обрадовать щелковских ребят из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и передал местным благотворительным организациям вкусный и одновременно полезный подарок. Они получили 300 наборов, состоящих из трех различных сортов меда. Наверное, продукт всем известный. Во-первых. Во-вторых, у меня есть возможность, и он был еще доставлен ранее, до начала всех этих событий, из Ростовской области, потому что у меня там и родственники, и друзья, которые занимаются пчеловодством и поставляют сюда, в Москву, партии меда. Представители благотворительных организаций подарку обрадовались. Они уверены, сладкий сюрприз понравится каждому члену семьи. Наша организация, она полностью, скажем так, основывается на том, что нам помогают, а мы помогаем тем, да, о ком мы знаем. И вот эти вот небольшие подарки, ну не то что подарки, а вот эти вот дары здоровья в настоящее время, в период вот этой эпидемии, он будет очень приятен для всех семей. Сейчас, как вы видите, сложная ситуация, и детки сидят на самоизоляции, и нам слегка подсластили жизнь. Спасибо огромное Владимиру Николаевичу Шапкину за такую помощь. Депутат уверен, в период пандемии важна любая помощь. Он благодарит всех тех, кто готов ее по возможности оказать. Вот в соцсетях получаю предложения и видел, что не только вот и ко мне идут, и в администрацию идут предложения о том, что готовы люди поделиться, оказать вот помощь практическую тем, кто в этом нуждается. Помощь семьям в трудной жизненной ситуации оказывает и гипермаркет «Глобус». Более 200 продуктовых наборов будут направлены в щелковские организации «Много мама», «Много нас», «Семья», а также в Дом трудолюбия «Ной» в Заозерном и «Большой семье наука Града» в городе Фрязино. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.